Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться, как я сажаю лук на рассаду однолетний. Сегодня мы будем сажать белый глобус. Это тоже однолетний лук, большой. Итак, покажу, как я это делаю. Я выбрала такую емкость 3 литра. Засыпала землей. Земли должно быть прилично, потому что корневая система у лука, она богата. И пролила раствором фитоспорина. Это на всякий случай, чтобы избежать нам всяких грибков. Вода впиталась. И начнем сеять лучок. Здесь его немного, как раз этой емкости нам вполне хватит. Вот такие семена чернушка. И начнем его рассыпать по емкости. Как раз земля впиталась и немного утрамбовала землю. Это очень нужно, чтобы земля утрамбованная была, чтобы не было воздушных пространств. И вот так вот просеиваем. Они черные, вам, наверное, плохо видно. Раскидываем по всей территории. Вот так вот. Рассыпали. Ничего страшного, что там где-то гуще, где-то это. Ничего страшного. И потом засыпаем, но только уже сухой землей. Рассыпаем. Земля у меня грунтовая, ну, то есть огородная, с песком и немного торфом разбавленная. Торфом перегноем. Извините. Так, ну, может, сантиметра 2-3 засыпаем сухой землей. Этого достаточно. Именно сухой землей. И немножко утрамбовываем. Чуть-чуть. Не так, что прям сильно. Утрамбовываем. Кто проливает следом водой? Я этого не делаю, потому что мы будем накрывать крышечкой эту емкость, и будет конденсат. Ну, слишком много влаги, это тоже плохо. Конденсат будет свое дело делать, потому что нам долгое время нужно не открывать эту емкость. Так, что мы делаем следующее? Чтобы мы не забыли, что здесь у нас, мы пишем лук. Белый глобус. Так. Написали. Потом накрываем и скотчем. Прижимаем хорошо. Скотч будет нам держать эту крышечку, чтобы она не открывалась. Вот так. Все. И ставим в теплое место. Я ставлю сразу на окно, у меня там плюс 20. И лук нормально себя чувствует.
когда он подрастет немножко, я буду приоткрывать крышечку и протирать верхнюю крышку от конденсата, чтобы много, совсем много не собиралось ее. Когда он вырастет еще больше, мы будем все равно приучать, нужно его, чтобы он немножко, когда приоткрывать, вначале на 5 минут, потом на 10. Когда он вырастет выше вот этой крышечки, вот этой нижней баночки, он начнет падать. Я его буду подстригать. Есть такие сорта, которые медленно растут, а которые быстро растут. Которые быстро растут, я за время, пока производить пересадку в грунт, раза два подстригаю. Подстригайте, даже не бойтесь. С ним ничего не будет. Самое главное в однолетнем луке – это нижняя часть, корневая. Нам самое важное. А зелень, с ней ничего не будет. Итак, сегодня у нас следующее, что я делаю. Это я не говорю там, чтоб прям делали, как я. Нет, я просто вам говорю, как это делаю я. Для меня это просто удобно. Записываю лук глобус белый. Сегодня у нас 3 число. 2 месяц. 3 февраля. Это я делаю заметочки для себя, чтобы не запутаться. Потом мне так расчерчено. Потом у меня, когда произошли всходы, когда я сделала пикировку, высадку. И что мне с этим сортом, как он мне покажет в моем грунте, в моем огороде. Уже делаю заметочки, нравится мне или не нравится. Если не нравится, ставлю минус и прощаюсь навсегда. Больше я с ним не сталкиваюсь. Просто очень удобно проводить такие записи в тетради. Если вам понравилось, ставьте лайки и не забывайте подписываться. Пока!